В госбюджете Якутии необходимо предусмотреть 4 миллиарда рублей в ближайшие 5 лет для возврата заемных средств, привлеченных для реконструкции объектов водоподготовки в Якутске. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии по итогам заседания экономического совета. Также инвестиционная программа водоканала предполагает в 2018-2019 годах увеличение уставного капитала компании на более чем 1 миллион рублей. При этом общий объем программы на 2018-2023 годы составляет почти 4 миллиарда рублей. По словам заместителя генерального директора водоканала Степана Ильина, инвестиционная программа разработана на 6 лет и включает в себя завершение строительства водозаборных и очистных сооружений водоснабжения, развитие магистральных водопроводов, сетей канализации. Среди основных задач – увеличение производственных мощностей за счет строительства водозабора в Якутске.